Всем привет, меня зовут Анжи, я из Эквадора. Я сейчас вам расскажу 5 суперспособов, как подготовиться к экзамену в общежитии. Готовьтесь вместе с одногруппниками, учите билеты вместе, а потом перескажите друг другу информацию. Это поможет усвоить ее всем сразу. Пиши шпаргалки от руки. Это развивает зрительную память. Но на экзамене ими лучше не пользоваться. Чем больше шпаргалок ты напишешь, тем больше информации запомнишь перед экзаменом. Попроси соседа по комнате помочь. Пусть он будет в роли экзаменатора. Когда он будет готовиться к сессии, ответь ему взаимностью. Сделай то же самое. Пользуйся лайфхаками советских студентов. Накануне экзамена нужно покричать «Форточка» 3 раза. Халява приди и помахай зачетную книжку. Положи конспекты или учебник под подушку, а утром вовремя 5-рублевую монету. Но помни, это работает только если накануне ты все выучил. Но самое главное – составьте план, как Наполеон. Но вы смысле план ответа на билет. Любой, даже самый обширный вопрос можно писать в нескольких словах. При этом каждый тезис должен вызывать ассоциации. Попробуй метод 3 предложений, выписывайте по каждому вопросу проблему, главные мысли и вывод. На этом все. Пока-пока.